Программа «День с толком» в студии Дина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Плановая медпомощь на паузе. Чем это может грозить и выдержат ли нагрузку частные клиники края? Когда врачей не хватает, как студенты медколледжа помогают бороться с коронавирусом? Немецкие, грузинские, украинские и даже чувашские. Какие танцы можно будет совсем скоро увидеть со сцены концертного зала «Сибирь». С сегодняшнего дня объявлен всероссийский масочный режим. Такое решение принял Федеральный Роспотребнадзор. Ведомство также ввело запрет на работу ночных ресторанов и зрелищно-развлекательных мероприятий, где подают питание с 11 вечера до 6 утра. К слову, носить маски россияне обязаны в местах скопления людей, а также в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. На такие меры Роспотребнадзор пошел из-за роста количества больных коронавирусом в стране. В Алтайском крае число заболевших день ото дня увеличивается. Сегодня, по данным официальной статистики, зарегистрировано 218 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии общее число ковидных пациентов составило 18 565 человек. За сутки выздоровело 233, умерло 8. Тех, кто болеет тяжело, 442 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 151. И к другой теме. Частные медицинские центры края могут не справиться с предстоящей нагрузкой. По крайней мере, такое беспокойство высказывают в некоторых клиниках. Из-за приостановки плановых приемов в государственных поликлиниках поток пациентов устремится в частные, но там также испытывают дефицит врачей. Об опасениях руководства частных центров и их пациентов в сюжете Валентины Аскеровой. Вообще безобразие. У меня сестра пошла, у нее желчная воспаленная, она стоит на учете. Пришла, с ней даже разговаривать не стали, выгнали ее. Лечить желчные или другие хронические заболевания только в частных клиниках за деньги – такова сегодня реальность для заболевших. Накануне ввели новый порядок оказания медпомощи. Для пациентов двери государственных поликлиник отныне закрыты. Обращаться можно только к частникам, где каждый прием обойдется минимум в 700 рублей. Пенсия небольшая, платно ходить лечиться, а потом что есть-то? Как жить-то? В какое время мы живем? Вообще страшно жить. Кто-то, напротив, смирился с тем, что приходится платить за здоровье. Деваться-то некуда, говорят люди. Раз там не принимают, мы должны где-то лечиться. А деньги к болячкам никак не пришьешь. Накладно, наверное, тоже. Ну, знаете, ну не хуже, чем болеть. С начала пандемии нагрузка на частные клиники выросла многократно. Некоторые медорганизации физически не могут справиться с таким в кавычках «счастьем». Врачей не хватает просто, чего сейчас. Просто не хватает врачей катастрофически. После первой пандемии много уехало. Поэтому врачей не хватает, нагрузка большая. Некоторые частные клиники в городе, в которых раньше можно было без проблем пролечиться или прооперироваться, теперь не могут принимать пациентов без направлений из поликлиники по месту жительства. Таковы новые распоряжения. Приходишь туда с жалобами на то, что у тебя болит живот слева. Подозревают они аппендицит, дают направление на лечение. Вот у нас такие ограничения будут, безусловно. Если нет направления, то мы не сможем пролечить. А за направлением в государственную поликлинику нужно еще пробиться, ведь температурящих пациентов по-прежнему много. Минздрав, конечно, пообещал не бросать пациентов из группы риска, тех, у кого хронические заболевания, и наблюдать за ними дистанционно. Но вот что делать остальным? Вопрос риторический. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А между тем, в крае на борьбу с коронавирусом привлекли учащихся медицинских колледжей. Только в Барнауле старшим коллегам по цеху помощь оказывают 250 студентов. Какую работу и с каким настроем взяла на себя молодежь, расскажет Анастасия Дороган. Кристина и Яна – одни из новобранцев 7-й барнаульской поликлиники. Сразу попали на передовую, в регистратуру медучреждения. Наравне с опытными сотрудниками третьекурсницы медколледжа выполняют не только рутинную работу, заполняют медкарты, вклеивают в них анализы, но и работают напрямую с пациентами, за день десятки человек. Родители Кристины такая ковидная практика напугала, но девушка успокоила и их, и себя. Боялись, конечно. Они были против, что сейчас такой период идет. Почему вас отправляют на практику? А вы что ответили? Надо. Все равно надо учиться, набираться опыта. И вы не боитесь? Нет. Сейчас они успокоились? Но я молодая, я не боюсь, в принципе. Я как-то просто перенесу это заболевание. На данный момент я раскладываю анализы по картам. Также я веду журнал «Больничный престол».
Смотрю результаты обследования в системе МИС и создаю новые карты. И таких помощников 250 человек. Столько студентов Барнаульского медколледжа в рамках производственной практики ежедневно работают в медучреждениях города. Для каждого учащегося длится она всего 2 недели. В этом году помощь студентов, говорят врачи, неоценимое подспорье. Бригада студентов рассредоточена не только в поликлиниках, но и в колл-центрах. Была ли у вас температура вчера вечером и сегодня с утра? До обеда каждая из девушек обзванивает по 70-80 больных, что лечатся на дому. Таких в крае 18 с лишним тысяч человек. 11 тысяч из них с подтвержденным коронавирусом. Как правило, это возрастные пациенты. Девушки интересуются их состоянием, а если улучшений нет, сообщают врачу. Евгения принимает звонки 3-ю неделю подряд, теперь уже как волонтер. Говорит, стала быстрее подбирать слова поддержки и консультировать по разным медицинским вопросам. Уделить больше внимания вопросам личной профилактики, вопросам поднятия иммунитета, потому что я планирую работать в роддоме, и там двойная ответственность за маму и за ребенка. Таких колл-центров на Алтае 3. Кроме врачей, в них работают 16 студентов и ординаторов, и последние обрабатывают 5-ю часть звонков. С учетом дефицита кадров, с учетом того, что наши сотрудники, не только наши, конечно, заболевают, то, конечно, это тот выход, который нам позволяет не снижать объемы оказания медицинской помощи. Чтобы и дальше помогать медицине края, студенты соблюдают меры защиты. Каждые 2 часа меняют маски и регулярно обрабатывают антисептиком руки. Когда заходим в поликлинику, мы обрабатываем руки. У меня тут сильно нет контактов с пациентами. Просто мою руки. Анализы, если я выдаю кому-то, там все равно же прикосновения какие-то есть. Обрабатываю. В условиях пандемии антисептики востребованы как никогда. Одну из партий в 2000 флаконов Барнаульскому базовому медколледжу передал фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. По словам руководства колледжа, такая поддержка поможет работающим студентам обезопасить себя и не выпасть из строя. Особенно тем, кто принимает пациентов вместе с терапевтами, и тем более смельчакам, идущим в красную зону. Буквально несколько дней 2 девочки пришли, на практике находятся, говорит, мы хотим идти в госпиталь ковидный, в красную зону. Естественно, мы идем навстречу им. То есть, я считаю, чисто даже с таких морально-этических моментов не надо препятствовать этим позывам, порывам человека. Эти парни и девушки всего на пару лет старше школьников, но работают в ковидных госпиталях, помогая врачам, у которых нет выходных по нескольку месяцев. Этой осенью сотни студентов окунулись в работу, которая оказалась намного серьезнее практики, которую обычно проходят учащиеся колледжа. В условиях пандемии они в разы быстрее получают профессиональные навыки и осознают важность выбранного дела. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Жители Барнаула ежедневно проверяют на наличие масок. Только в Октябрьском районе за последний месяц оштрафовали порядка 20 нарушителей. Полиция проводит рейды совместно с Роспотребнадзором. Сотрудники надзорного ведомства сегодня с пристрастием провели ревизию в крытом рынке. Они смотрели, есть ли у предпринимателей антисептики, средства индивидуальной защиты и журналы термометрии. Без нарушений не обошлось. В основном предприниматели все требования выполняют. Единственное нарушение, которое не выполняется, это контроль температуры тела продавцов при начале работы. То есть немногие показали термометры и журналы контроля температуры тела. Накануне проверка прошла в торговом центре «Галактика». Там у 3 из 14 предпринимателей выявили отсутствие необходимой разметки для социальной дистанции и маркировки на флаконах с антисептиками. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, это грубые нарушения. И если замечания не будут исправлены в ближайшее время, бизнесменов ждет штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для жителей края, как и других регионов страны, до конца года автоматически продлены субсидии на коммуналку. Также на полгода продлены выплаты для семей с детьми. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. По одному из них, из соображений защиты от коронавируса, правительство продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Действовать он будет до конца года, размер субсидий не изменится. До марта следующего года сохранена и выплата для семей с детьми и низким уровнем доходов. Речь идет о ежемесячной
поддержки семей, в которых есть дети до 3 лет. О какой сумме выплат идет речь, пока неизвестно. В ближайшие дни Министерство социальной защиты населения края обещает дать необходимые разъяснения. Добавим, на финансовую поддержку, возможно, смогут рассчитывать и родители, которые временно оказались без работы. Сейчас вопрос на изучение. Если решение будет положительным, выплату в размере среднего заработка смогут получать семьи с детьми до 7 лет. К другим темам. Сегодня на заседании Краевой комиссии по ЧС приняли концепцию развития добровольной пожарной охраны. К слову, подразделения добровольцев есть во многих населенных пунктах нашего региона. Это прежде всего те, до которых профессиональные спасатели в случае пожара не успевают быстро доехать. В каких условиях добровольцы работают сейчас и что изменится после принятия концепции, расскажем далее. Чистюньки Топчихинского района добровольцы просто необходимы. Село находится в 17 километрах от райцентра. И при крупном и даже небольшом пожаре профессионалы порой не успевают доехать. Первыми подразделениями, которые прибывают на пожар, это подразделение добровольной пожарной охраны. Поэтому тушение пожаров без добровольцев на территории сел, ну как бы мы это не представляем себе возможным. Огонь — это страшное дело, это очень страшная стихия. У меня и родственники, тут порой горел двор, успели потушить, слава богу. Благодаря рядом и подручно все. Одежду, снаряжение и даже автомобили добровольцам выделяют, но не в том объеме, как хотелось бы. И самим добровольцам, и главам сельсовета. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас открыли нам часть здесь. Уже официально было, чтобы народ оформлен официально было, чтобы и зарплата была, и все. В зимний период времени мы не можем осуществлять в полном объеме свои полномочия. И пожарная, у нас добровольная пожарная дружина, она практически не может выезжать нам на пожары, так как отсутствует теплый гараж. А вот в селе Кубанка Калманского района автомобиль добровольцы и вовсе арендуют. К тому же 8 человек в дружине не так много, как хотелось бы, говорит глава сельсовета. В округе 3 населенных пункта, куда добровольцы выезжают нередко. У многих есть благодарности и медали за тушение серьезных пожаров. Но хотелось бы иногда поощрить и материально. Не только же пожары, отжиги. Мы в этом году такие отжиги проводили. Личное время, личный транспорт, потому что в разных местах отжиги на одной машине. А сельсовет, ну я могу купить бензин. И то не всегда. Так вот, благодаря новой концепции, которую сегодня приняли, пожарных добровольцев планируют поощрять материально. Также льготно обучать, предоставлять субсидии, строить и реконструировать здания, где располагаются дружины, приобретать одежду, снаряжение, а также спецоборудование. И это лишь несколько пунктов масштабной программы. Возможно, после того, как ее начнут реализовывать, добровольцы будут выезжать на пожары оперативнее. И работа таких дружин станет еще эффективнее. Татьяна Голубева, «День с толком». 14-летний парень чуть заживо не сгорел на остановке в Барнауле. Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, подросток был на остановке не один. Там находились 3 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. При себе у парней была емкость с горючим веществом, которая воспламенилась из-за баловства с огнем. Пламя перекинулось на одежду одного из парней. Он получил термические ожоги. Прокуратура проводит проверку. Специалисты намерены оценить работу органов профилактики и предприятия, где, по словам детей, они купили горючую жидкость. Жители Калманского района снова в отчаянии. Они в третий раз обратились к нам в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию. Дело в том, что через село Новороманово продолжают круглосуточно проезжать сотни КАМАЗов. Они перевозят свеклу на черемный сахарный завод. Напомним, наша съемочная группа уже 2 раза приезжала в поселок. В начале октября людям пообещали сделать за неделю объездной путь для спецтехники и тем самым снизить поток машин через населенный пункт. Любимая Ленинская. КАМАЗы продолжают ездить. Что касается объездной дороги, то, по словам жителей, к ее строительству там никто и не приступил. Люди просят обратить на их проблему внимание краевых властей, поскольку до местных достучаться не могут. Ансамбль «Алтай» и актер Андрей Мерзликин в День народного единства представят новую концертную программу. Жители и гости Барнаула смогут насладиться танцами и песнями разных народов, проживающих в нашем регионе. На репетиции молодежного ансамбля побывала и наша съемочная группа.
Движение, ритмика, традиции. Танцы ставили, восстанавливая их историю буквально по крупицам. Записывали со слов старшего поколения, потом воплощали в виде постановки. Например, для того, чтобы родился этот кумандинский танец, ансамбль совершил не одну экспедицию по деревням нашего региона. Уже третий год подряд исполнители посредством танцев и песен рассказывают о культуре народов Алтая. На этот раз, чтобы удивить зрителя, пришлось подтянуть языковые знания. Выучить немецкий, грузинский, украинский и даже чувашский. Главная тема осталась неизменна. Именно о любви к своей земле. Она будет рассказывать о том, что земля – это живое существо, и неважно, является она плодородной почвой или просто каким-то, я не знаю, тем местом, на котором ты живешь. Она живое, она любит нас, и мы любим ее. В этом году, несмотря на эпидобстановку в регионе, концерт все же решили провести в очном формате. Правда, зрителям предстоит уже привычный шахматный порядок рассадки и обязательно маска. Без нее разрешено находиться только артистам. Кстати, на сцене выступят не только местные таланты, но и столичные. В частности, патриотический номер представит заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Премьера пройдет 4 ноября в День народного единства в концертном зале «Сибирь». Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube-канале. Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.